Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с творчеством художников и их автобиографией. Дирк Валкертзон Корнхер. Голландский ученый, литератор, богослов, художник-график, нотариус, а также мыслитель-гуманист и политический деятель. Данные Википедии. Родился в городе Амстердаме в 1522 году. Был младшим сыном семьи амстердамского торговца сукном. В детстве с отцом провел несколько лет в Испании и Португалии. Будучи в 17-летнем возрасте, Дирк связал себя браком с Корнелией Симон, которая была на 12 лет старше его, из малоимущей семьи. Семейство Корнхертов осудило выбор сына и в наказание вычеркнуло его из завещания. Впоследствии даже смерть главы семейства не изменила решения, и мать Дирка оставила его вне наследства. Бытует мнение, что именно финансовая нужда подвигла Дирка Корнхерта освоить технику художественной графики. Он был способным музыкантом, играл на флейте и лютне, писал стихи. Некоторые склонны полагать, что он является автором гимна Нидерланд. Дирк был известен как драматург и преподаватель латыни, знал греческий язык. Позже он занимал должность нотариуса, а в 1564 году секретаря коллегии мэра Харлем. Его философское мировоззрение играло ключевую роль в культурной жизни Нидерландов, однако он не так известен за рубежом, как, к примеру, Эразм Роттердамский. Дирк Корнхерт умер в Гауде 29 октября 1590 года и был похоронен в кирхе святого Иоанна. На фасаде ратуши Гауды установлена памятная доска. Надо сказать, что сведения о том, где он обучался искусству художественной графики и гравюры, крайне скудны. В Харлем, где проживал Корнхерт, из Италии прибыл художник Мартин ван Кемскер. Работы и манеры исполнения 17-летнего Корнхерта ему понравились. Таким образом, был рожден творческий союз никому неизвестного гравюра и знаменитого художника заграничный МУ. Дирк Корнхерт мастерски переводил в печатную графику многочисленные рисунки Мартина ван Кемскерка. Последний вовремя уяснил, что имеет дешевую тиражированную графику, можно легко решить проблему саморекламы своего творчества. Живопись, напротив, оставалась трудоемким способом и обслуживала узкие круги зажиточных лиц. К тому же большинство картин, созданных при жизни Мартином ван Хамскерхом, не превышало сотни, а многие из них находились в недоступных для публики коллекции. Из плодотворного тандема вышло около 700 работ, которые принесли свои плоды каждому из участников. Первый приобрел опыт и опыт в качестве художника-графика, а второй снискал славу на родине. Помимо гравюр, оба художника совместно работали и в других направлениях, к примеру, брошюр. Ими был получен заказ от городских властей на разработку рекламы для лотереи, которая проводилась мэрией Харлем. Выполнение они подошли следующим образом. Хемскерк разработал дизайн афиш, а Корнхерт распечатал и распространил. Ну вот все, что мне удалось найти о голландском ученом, литераторе, богослове, художнике-графике, нотариусы, а также мыслители, гуманисты и политическом деятеле Дирк Валкертзон Корнхерт. Данные из Википедии. Пока-пока, до свидания.